Итак, всем привет, с вами я, Purple Galaxy. Ну и мы продолжаем играть в игру Спор. Это, получается, будет вторая часть выживания на Аллаке. Первую часть я записывал без звука, потому что были причины, в общем. Но это не важно. Сейчас мы попытаемся продолжить играть. Вот, я пытаюсь из этого вида сделать с Ратпса, но потом вы в конце будет много еще частей, но вы узнаете, каким он станет. Вот. И нам с этим поможет вот эта замечательная штучка. Ну, сами вы знаете, что с Ратпса они травоядные, но пока пастей травоядных у меня нету. Вот. Ну и сама бактерия сначала была как бы хищником, потом становится резко травоядным. Ну, я прям хочу, чтобы она была такой вот. Потому что игра будет легче, если она будет вот такой вот. Ну, то есть дружелюбной. А пока у нас адаптация идет. 2 миллиарда лет нашей Земле, точнее, Аллакия. Это не я сам выбирал имя для планеты. Сама игра это имя выбрала. Ну, в общем, не важно. Вот, я так посмотрю, вот это есть. Так. Ну, в принципе, потом посмотрим, что еще у нас есть. Ну, пойдемте с кем-то сдруживаться. Я себе специально в команду взял вожака, потому что у него и хп больше, и урона у него больше, по крайней мере. А с... кто там? По-моему, в Википедии было написано, что хп и урон побольше вожаков, чем у обычных. Сама эта бактерия у меня такая жирненькая, пухненькая. Дай-ка мы с тобой подружимся. Ты добрый. I'll distance myself. Ты даже если не захочешь со мной дружить, я ж от тебя не отстану. Он гад. Ну иди твое племя, стадо. Не, вожука точно нет, там трудно. А ты чё? Ты чё там делаешь? Не, детеныша. В принципе, детеныша давайте поймаем. А, ну, в принципе, ничего. Да, прям за раз. Еще одного. Вот этого. Даже. А, это уже. Сразу 3 на 3. Это будет труднее. Так. Все-таки я предлагаю в эту сторону двигаться ближе к побережью. Так. Рыбинка. Вот, с ней можно подружиться. Помогаем. Трех. Трех, да. Да. Ага, значит, с ними надо пением. Ну, пеня, 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 сейчас нет. Не уходи, не уходи, не, не, не. Ага, значит, с тобой надо уже танцами. Танцы тоже не помогают. А что с тобой надо делать? Непонятно. Текаем. А ты чё?
Странно, странно. Ну ладно, будем исследовать мир, получается. А это кто? Грусти Морт? Блин, он на какую-то мультяшку похож. Не, ну ты урод, конечно, еще тот. Похож на ту птичку из Рио, которая там с пробкой еще на голове была. Вот она, да, прикольная. Жалко, что нету второй части спор. То есть было бы вообще классно, если можно было бы не только вот по суше бегать, а развивать, типа, в море жить. Не все же вышли на сушу, вон акулы те же, рыбы. Они же в воде развивались, эволюционировали. Так что, в принципе, в воде тоже надо жить. Они сами сами не хотят дружить. Боже. Блин, надо было с тобой танцами. Танцами. Ай, ладно. Мне фрукты надо скушать. Челюсть, конечно, надо будет в дальнейшем поменять. Так, нужно кого-то и убить. Уровень 4. Даже если кого-то агрессивного встретим, чтобы его убить, грохнуть, можно использовать. А вы кто? А, мы с вами дружились. На shift. Ну кто это вообще? Блин, он на шимпанзе похож вообще, конечно. Давай с тобой будем дружить. Это лучшее, что могу тебе предложить. Ну что, так или иначе тебя могу убить. Случайно, конечно. Но все равно могу. Так, это вожарный. Ну прикольно они сделали, Макс. Обезьян. Хорошо. Все, ура. У нас очень маленькая и очень странная планета выходит. Жалко, блин, что спор одна часть как бы имеет. То есть ее давно уже эти Electronic Arts забросили. Ух, вообще. Слезу. Ты вообще? Ты что, бывает такой большой? Кто-то. У тебя это все щитки? Нифига себе. Ну да, опасный тип. Вот этого с этим можно подружиться. Не пускаем, не пускаем. Да. Куда? Куда, куда, куда? Точно. Главное, чтобы по нам метеорит мне попало. Будет грустно. Вот. Дайте. Ай. Ну, надо с ним подружиться.
Опера Нодив. Я же понимаю, что все не до этого, но дружиться-то с нами надо. Вот, все. Ну, со слизунами еще подружимся. Также я бы хотел бы заняться одним проектом. Я могу выкладывать на свой канал результат. Диораму, в общем, делаю. И потом можете посмотреть это видео. Да. Также, кому если понравилось, как я там делал видеоролики про документалку, то есть про планету динозавров, да, историческую планету, да, то я могу продолжить снимать такие ролики, то есть с видео, монтировать. Нифига, как он быстрый. Почему вы жалуетесь вообще? В чем ваша проблема? С вами и так никто не хочет взаимодействовать. Не, они, ну они вообще очень быстрые. И тупые. Детеныш легче всего заинтересовать. А их вон. Вообще. Блин, я прыгать больше не могу. Так, вон там знак вопросика, ну где? А, вот это. Не, ну вы чё такие злые, мы добрые. Надо их запугать, чтобы они на нас не напали. Потом с тем желтым подружимся. Чурик. Тоже к нам не дружелюбен. Не, ну этого там мы очень быстро уйдем. А чё такой веселый-то, блин? Обезьяна. Не, это вообще без шансов. Просто текаем в ту сторону. А в принципе они красивые. Сейчас этот дизайн посмотрю. Тихо-тихо-тихо. Сделаю таким. Ты все равно на Цератопса вообще крайне не похож. Также потом, скорее всего, по Primal Carnage будет видео дальнейшее. Окраску. Все время хочу, но окраску сменить, не дохожу до сих пор.
Нет, слишком резко он получается не станет такого цвета. Надо потихоньку, постепенно давать. Что он станет таким чуть-чуть оранжевым. Лучше желтовастенькую чуть-чуть дайте. На. Опять переход. А нет, хорошо, что нет. Ну, конечно, такие красивые. Эд провалился еще. Сейчас он вырастет. Так же будет, наверное. Ну, так же. А, да? Слишком много костей. Это меня настораживает. Аскуатрата. Не, ну он красивый, конечно. Безусловно. Дезинтеграция. Понимаю. Ну, уходит он, конечно, уже. С ним, думаю, никто ссорить не будет. Тихо, тихо. Пусть и вообще. То, что ты их съел, они тебе уже все равно не пригодятся. А. В следующий раз, если надо кого-то... А, он. Блин, он уже колбил. Ты понимаешь, что ты будешь следующей жертвой? Ай. Нет. Блин, ну что мне, Кристи, надо его однако удалить. Все, все, все. Ура, ура, ура. Ай. Пока он там кого-то мочит. Втихушу, втихушу. Вот блин. Ай-яй-яй-яй. Нифига себе. Ой-ой-ой. Это нам с тобой не по пути. Ты не пойми, ты очень красивый динозаврик. Но с тобой даже поговорить нельзя. Ты уже. А вы что, сукуете? Идите зиритесь. Блин. Я так себя чувствую, как будто я в парке юрского периода. Блин. Схавали Purple Galaxy. Так они братья. Ой, ништяк. Спасибо. Да, понимаю. Добрый человек. А так бы он меня мог вообще убить. Офигеть, вот это мне крупно повезло. Вообще, реально. Он же реально меня грохнуть мог. Их там два. Аскуат. А, нет, один сдох, один сдох. Конечно же, мы им займемся. Сейчас я... Покушаю его. Наверное, он вкусный. Но сначала важная вещь. Он его схавал. Вот сейчас он его съест. Сейчас мы наблюдаем, как большой Аскуатрата кушает маленького бородателя. Маленький бородатель оглушен, но не убит. У него мало хп.
Блин. Ну, в принципе, я сейчас, если себе жалу нормально поставлю, да, подружусь с ними, в принципе, можно угрохнуть. В этой серии, возможно, мы будем убивать. Откуда рад. И это не Primal, короче. The Spore. Сразу. Тиму. Блин, я мог и даже со своим подружиться не могу. Своё надо пение. Блин. Так, я с тобой. Сейчас объявите мой коварный план по эволюции данного существа. Все, ты будешь теперь как тот чел. Тоже таким тощим, чуть-чуть. Да. Много себя похож, ну ладно. В этом суть. Вот мощный плеч. Вот. А ты ну такие. Такие маленькие, слабенькие вообще. Тощие. Да, такие вот. Или ты у нас будешь терезиной? Ты у нас будешь маленьким поборником. Он быстренько у нас эволюционировал. Да-да-да, теперь ему для того, чтобы... Плевок, плевок. Так он заплюет его быстрее. Просто на все это покупаем плевков. Рудиментарный палец. Все идеальный.
Не, ну он реально идеальный, по идее. Сейчас надо тему свою сдать. Он тут опаснее стал, конечно. Надо ему еще и перенес сюда сделать, тогда будет красиво. Вот, да и зато он пальцем теперь будет бить. Иди, мне он нравится. Можно сделать даже его такую более мощную копию и сделать видео отдельно на канал. То, что типа вот развитие жизни на этой планете. А где тот, который меня кидал? Сейчас мы его навестим. Где он? Где этот нехороший чел? Асквацерат. Где? Так далеко меня швырнуть. Брате. Ладно. Нет, мне нужен Асквацерат. Не, ну эти наши. Чего? Мы вас не тронем. Идите с миром. А вот вы с вами не хотели дружить. Ты тоже. А вот с этим вами-то и займемся. Потренируемся. Сейчас мы. А, точно. Пойми, у тебя много, а у меня мало. Он убил его. А, ну он сам тоже умер. Да, мы слабые. Причем очень. А ты что стоишь? Не уходи. Нам надоело быть добрыми. Ща я его. Не, ладно. Отбой, отбой. Не в него просто. Текаем. А, все, ну хана чел. Его уже не спасти. Сейчас он умрет. А нет, не умер. Молодец, поздравляю. Убегаем. Би... Не убежал. Вы что его бьете? Хочешь со мной подружиться? Он такой дружелюбный. Привет, я хочу колонизировать эту планету. Будешь тем, кого мы поработим первым?
От жертвы добычу. Блин, не наелся. К вам мы еще зайдем, не волнуйтесь. Эволюционером потом более опасную форму. Его набивала. Мы стали больше, руки длиннее. Вот, теперь это выглядит реально как палец. Пользуйся.
Теперь это у нас будет маленький какой-то дракончик. Или какой-то спинозаврит. Теперь я буду ходить с палкой. Ну что он там делает с руками? Надо выйти из этой агрессии. А все палки можно кинуть. Нифига себе. Какие палки кинул. Палка. Может, быть, за меня побежать. Я только слышу, что ему палку не уронит. Упал. Кинь её туда. А, только в кого-то можно кинуть. Так как можно меткость? Ах ты, нифига себе. Эй, хитрый. Также можно сбивать с деревьев фрукт, допустим. Я гений. Реально, вот ничего, башка-то нужна. Нацеливаемся и кидаем палку. В смысле, бери палку нафиг. Это самый лучший инструмент в нашей с тобой войне, пацанчик. Ну а что будет, если мертвый фрукт кинуть, который уже на земле валяется? Отпусти. Ты чё? Ну, я думаю, в принципе, можно на этом закончить. Всем удачи, всем пока, увидимся с вами уже скоро, я думаю.